что такое CGNC и как CGNC влияет на организм и какое влияние он оказывает? CGNC или хлорофилл-каротиновая паста, если по-другому это говорить, CGNC – это более современное название хвойного комплекса, это наиболее сбалансированный, абсолютно природный комплекс, который содержит комплекс из хвои, который содержит в себе практически все, что есть в хвои. Это прежде всего хлорофилл или хлорофиллин натрия. Хлорофилл, хлорофиллин натрия – это субстанция, которая практически идентична гемоглобину, абсолютно по своему химическому состоянию. Только вместо железа, которое делает наш гемоглобин красным, у него есть натрий, который делает хлорофиллин зеленым. Там масса фитонцидов, там масса аминокислот, 19 аминокислот из 21 известных человечеству. Понятно, что они там не в пищевых концентрациях, но тем не менее там есть совершенно незаменимые аминокислоты, которые мы сами не синтезируем и которые как раз участвуют в важнейших биохимических процессах нашего организма. Там масса микроэлементов, там фитонциды, с помощью которых как раз хвоя себя защищает от возбудителей и микроорганизмов. Там балластные вещества, это по сути даже и клетчатка отчасти, ее компоненты, оставшиеся после переработки, которые работают как в просвете кишечника, как эффективные сорбенты, ну и много что еще.